привет! С вами снова Елена. И сегодня на косметической кухне Бьюр я буду делать мыло из белорусской мыльной основы Мельта. У меня есть брусочек основы Мельта SLS Free. Это основа, которая не содержит лаурил сульфата натрия. По сравнению с английской мыльной основой, она чуть менее прозрачная. Как вы видите, палец видно, но очень мутно. На ощупь она точно такая же твердая и мыльная. Давайте проверим ее в работе. Для того, чтобы приготовить мыло из мыльной основы, мне необходимо порезать ее на небольшие квадратики. Дальше я помещаю эти кусочки мыльной основы в термостаканчик. И поставлю ее плавиться в микроволновку. Но перед тем, как поставить мыльную основу и плавиться в микроволновку, я закрою стаканчик с помощью пищевой пленки, для того, чтобы во время нагревания и расплавления мыльной основы из нее не испарялась лишняя жидкость. Моя основа расплавилась достаточно быстро. Я грела ее примерно 40 секунд в микроволновке, и сейчас я ее забрала оттуда и немножко помешаю, для того, чтобы небольшие кусочки основы, которые еще не расплавились, растворились до конца, поскольку основа уже горячая и маленькие кусочки продолжают растворяться. Как ты видишь, основа полностью расплавилась, так что я могу сказать, что белорусская основа плавится очень хорошо. Теперь я могу снять пленочку и добавлять необходимые компоненты для того, чтобы получить мыло. Сегодня я буду делать мыло в форме елочки с запахом можжевельника и пихты. Для того, чтобы добавить мыло косметических свойств, я добавлю масло виноградных косточек. Его необходимо примерно 5 мл на 100 грамм мыльной основы. Отмерять масло очень удобно с помощью такой вот маленькой пипеточки. Я набрала 2 мл. И еще 3. Размешиваем масло. Как ты видишь, основа немножко замутнела. Это является следствием добавления жирного масла. Если ты хочешь, чтобы основа не замутнялась и оставалась такой же прозрачной, можно использовать водорастворимую форму масла виноградных косточек или водорастворимую форму любого другого масла. Дальше я добавлю краситель. Поскольку я буду делать мыло в форме елочки, я буду использовать красивый зеленый перламутровый краситель. Добавляю я его на глаз до необходимого мне цвета. Я добавила 10 капель перламутрового зеленого красителя на 100 грамм основы. У меня получился красивый бледно-зеленый цвет. Я хочу более насыщенного цвета, поэтому добавлю еще примерно 5 капель красителя. Прошло уже несколько минут, как я добавляю активы в мыльную основу, она остается все такой же горячей и жидкой. То есть она не застывает быстро. Это является положительной чертой основы, поскольку мы можем работать с ней немного дольше. Дальше я буду добавлять эфирные масла. У меня это масло можжевельника и масло пихты. Я добавлю примерно 2 мл масел на 100 грамм основы. Отмерять их буду все так же с помощью пипеточки. У меня получился 1 мл масла пихты и 1 мл масла можжевельника. Размешиваем. Как ты видишь, основа уже немножко застыла, поэтому нам нужно начинать работать чуть-чуть быстрее. В принципе, она уже приобрела такую пастообразную консистенцию. Я, наверное, ее немножко подогрею в микроволновке, потому что мыло в форме получится неоднородное. Я думаю, мне достаточно будет 10 секунд. Я оказалась права. 10 секунд в микроволновке, и наша основа снова жидкая. Однако все добавки лучше добавлять немножко быстрее, для того, чтобы не разогревать основу заново, тем более после того, как мы добавили эфирные масла. Теперь я могу переливать основу в формочку. Я использую вот такую вот красивую новогоднюю силиконовую формочку в виде елочки.
из мыльной основы мельта закончилось. Теперь я оставлю его в покое до полного застывания. Прошло примерно 40 минут после того, как я налила основу в формочку. Мои мыльцы затвердели, и сейчас я буду их доставать. Я получила два просто замечательных мыльца. Они имеют красивый зеленый перламутровый цвет. Они отлично пахнут хвоей. Такие кусочки мыла будут украшать любую ванную комнату, а также могут быть отличным подарком для родных и близких. Что я могу сказать по поводу белорусской мыльной основы Мельта? Она понравилась мне в работе. Основа имеет достаточно хорошую прозрачность, она твердая, она хорошо режется, быстро плавится и после расплавления достаточно долго не застывает. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и ждите новые рецепты различных видов мыла из мыльной основы. С тобой была Елена на Косметической кухне Бьюр. До скорых встреч!